Чат. Моя мелизматика! Нет, у тебя очень... Да-да! Войдите! Проходи! И сейчас мы продолжим развивать нашу тему с быстрыми распевками, экспресс-распевочки перед выходом на сцену. Когда нужно быстренько себя разогреть, разогнать, вообще понять. Вот. Вначале мы продышали себя, все-все-все, и теперь мы ловим звук, с которым мы обычно просыпаемся, такой... И на этом звуке мы делаем... Ну, ты так красиво просыпаешься. С подъездиками, да? Ты знаешь, мне так сложно избавляться от вот этого флёра странной женщины. И это мне сильно поможет. Поехали. Хочу по гримерке так ходить. Лиза. Вот, после этого мы делаем такой звук. Мы с ним тоже разговариваем. Вот так вот, когда с утра. Это я люблю. В детстве мы так разговаривали просто часами. И мы ловим это ощущение и делаем следующий прием. Только стараемся расслаблять себя, когда мы делаем. А теперь на этом ощущении мы делаем глиссанды вверх до упора, и голос автоматически переключится у нас в головной регистр. Выглядит это так. Слушай, чайник мой. Да, да, да. Это такой сцен. И ты себя туда вздергиваешь, опускаешь. Mm-hmm. Нет, а нет. Нормальные упражнения. А будут? Стараемся не делать. Стараемся не делать. А что? А какой звук? Он меня не переходит туда. Он перейдет, если ты его толкнешь туда, прям до упора. Вот. И так же вниз сразу. Да. Ага, и вниз. А что это делает? Что это дает? Соединяет регистры. Да? Да. И тебе можно сделать так 5 минуточек. И ты так поделала 5 минуточек, у тебя голос уже в боевой готовности. Да. И следующая такая же тема, только мы делаем звук на вдох. И также высвобождаем его на выдох, да. Только вот так. Сейчас, вот, некультурно звучит. И спускаемся вниз. Как, на вдох? На вдох. Вот как бы... Да, еще раз. И стараемся, когда мы делаем именно на вдох, стараемся максимально высоко себя загнать, потому что там связки... Да. И ха. Именно через ха. А теперь еще раз попробуем сделать то же самое, только делаем вот так. Это вдох. Да, это вдох. А почему у тебя такой громкий вдох? Ну, потому что ты на вдохе разгоняешь себя. У меня не смыкается. Он придет. С упражнениями он придет. Здесь очень важно выдыхать со звуком. Это похоже на какую-то практику. Да, да. Все, ну, вот йогические практики, да? Они построены на этой теме, когда мне. А вот я все, а ты так? Литров у тебя объем легких, что ли? Ты сколько за? Нет, ты просто ты слишком много берешь и быстро берешь. Делай медленно. Ah.
какая-то тревога учебная, да, как бы. Да, будто... да, да, да. Ой, так интересно. И расслабляет. Это очень сильно расслабляет гортань, снимает спазм. Как будто бы я такая сначала, я забыла выключить утюг. А нет, не забыла. Похоже, да. Вот это упражнение, оно помогает быстро привести себя в состояние, где ты должна петь. И, ну, то есть ты делаешь его по 5 минут вот это. Блин, так красиво. Это что-то такое странное, как будто бы ты сейчас это... кого-то призываешь. Какой-то портал, нет-нет. Да-да-да-да-да. Да-да! Походите! Походи! Поэтому вот это дыхание в обратную и поперечную сторону – это правильное дыхание, правильное пение. То есть оно никак не напрягает связки и помогает быстренько распеться. Это вот ты все вдох делаешь? Угу. Дичь вообще! Это придет, это все приходит с тренировкой, это все приходит, мышцы, они привыкают к этому состоянию, это уходит зажим. Это круто. Я просто вдох такой долгий не видела, потому что вдох, как правило, везде очень активный и очень быстрый во всех практиках. Да. А на выдох много из тренировок на то, чтобы тянуть долго ноту, да? А здесь нужно приучиться и на вдох, и на выдох долго держать. Это так интересно. Что такое мелизма? Мелизма, в первую очередь, это воздух. Угу. То есть это вот то твое состояние, в котором ты поешь все время, ты в нем поешь. Угу. Поэтому тебе будет проще всего освоить этот момент. Мелизму очень тяжело делать людям, у которых, очень зажатый такой экспансивный вокал. Статичный, такой, да, такой? Такой прям... Вот они не могут его делать. Сделаем упражнение легкое. Не надо думать. Угу. Мышцы сами повторят. Ага. Но это я делаю. Это я... Так я часто пою. Вот. А теперь сделаем... А вот этот люфт. Ты уходи. Уходи. Нет, ты сделаешь. Своеобразно звучат. Моя мелизматика. Нет, у тебя очень красиво звучат мелизмы. То есть вместо того, чтобы... Они мне не легкие. Нет, они у тебя звучат как раз-таки по-твоему, в твоей стилистике. Они не должны звучать как у кого-то, они звучат у тебя именно как у тебя. Это очень круто. Это очень красиво и необычно. Это правда. Он мне врет. Блин, потому что, они... потому что он тяжелый, он у меня тяжеловесный. Нет. Он мне га-га-га-га-га. Он такой многоступен. Да. Офигенно. Это офигенно. Это очень круто. Это прям круто. А сделаем. Еще раз. А это разве мелизматика? Нет, ну это я умею. Что она мне рассказывает, что она не умеет? Все, я она не умеет! Умею. Сидит тут, прикидывается. Нет, ну вот эти вот... Вот эта вот трелечка маленькая. Она не маленькая. Там, если по трелечке вставить в каждую фразу, у тебя получится целая вот такая вот мешанина из бус.
Видишь, она та-та, та-ра-та-та-та, вот так я ее пою. Happy, happy. Ты так же поешь, как и я пою. Happy. Они меня смазывают. Вот! Когда воздуха добавляешь, он получается... Вот! Да, сейчас было. Вот. Попробуем сделать восточный мелизм. Нет, давай. А, сейчас возьмем тогда... Что-то полегче. Я вспотела опять. Нет, это нет. Нет, это не надо, сложно, пожалуйста. Да? А это, короче, если хотите похудеть, просто занимайтесь мелизмами. Вот. Не хочу домой. Я хочу домой, можно мне домой? Я сразу хочу домой. Мне нет, получается, получается. Все на самом деле прекрасно получается, Лиз. Тогда сделаем... Дичь. Давай. Вот этот моментик более, более таким акцентированным. Красиво. Да. Вот, вот он, вот он, вот этот, вот этот сладостный момент, вот опевание ноты. Да, и мелизы всегда у него там идут акценты. То есть мы выходим, мы понимаем, что он у нас либо проходной, либо завершающий. То есть мы делаем... Это ты два только что соединил, да? Да. Мои рекомендации ясны. А джазовая импровизация — это мое. Зачем я только тратила время на эти уроки? Нам нельзя бояться. Нам нельзя бояться. Нам нужно петь, не попадая. И как мы интуитивно привыкаем к тому, что мы, ага, сейчас можем не попасть. Голос привыкает к тому, что мы быстренько сейчас вернемся в нужное звучание, в нужную ноту, в нужный аккорд. Пусть он там будет какой-нибудь энгармоничный. Да, и мы придем, мы просто интуитивно перестанем бояться этих нот, импровизации будут легкими, свободными, они будут получаться, и тогда мелизмы свои будут рождаться. У тебя уже свои мелизмы, то есть у тебя свои, например, я показываю, ты поешь те же самые опевания, но они у тебя акцентарно звучат по-другому, то есть они твои. Это очень круто. Это тоненько. Это богемно. Это очень фешенебельно, что нам аж не рентабельно. Боже мой, боже, так приятненько. Спасибо тебе огромное. Обнимемся? Потненькие. Спасибо тебе. Тебе спасибо огромное. Ты невероятно талантливый, у тебя потрясающий голос, потрясающий тембр, потрясающее звучание. Невероятно глубокая душа. Потому что на всех языках мира душа, она распознается как музыка. 7 нот. Она преломляется в этом формате на 7 базовых нот. Ты что делаешь? Вот зачем ты это все? Пока. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что хоть что-нибудь полезного из того, что мы вам сегодня намололи языками своими, вы обязательно почерпнете. А если нет, то поржете над нами и неплохо проведете время в нашей компании. Но все-таки нет, там было пользы. Да, там было много смеха, конечно. Вот. Немного ТикТока. И много пользы. Но да? Мы музыкальные. Мы музыкальные. Ну, я музыкальная. Я могу. Да, я музыкальная. Да, да. Я сделаю это. Лиз, у тебя все получится. Я музыкальная. Да. Все, обнимашечки. Спасибо тебе. Спасибо. Все, пошли отсюда.